В Жанакурганском и Шиелийском районах Кызылординской области новое ЧП. Накануне там погибло около 6000 голов скота. Причина в проливном дожде с градом. Чтобы предотвратить распространение различных инфекций, там уже работают 8 групп специалистов. Однако местные чабаны озабочены другими проблемами. С ними ознакомилась моя коллега Айгуль Жамалова. Абдразак Жаксыбеков занимается животноводством 19 лет, но с такой ситуацией, говорит, сталкивается впервые. Спустя 3 часа после проливного дождя с градом пало свыше 200 его овец. Столько же ягнят осиротели, сетует мужчина. Сейчас их кормят козьим молоком, но долго они так не протянут, опасается владелец хозяйства и надеется, что на помощь придут местные власти. Может, они хоть половину суммы компенсируют, иначе зачем нам клеймить, брать кровь, делать прививки? После осадков сотен голов домашнего скота лишились и другие хозяйственники. Но едва осознав это, специалисты обнаружили другую проблему. Как бы ни распространилась инфекция. Сегодня они посетили 12 сельских округов и сожгли около 4000 туш. Вся падаль сейчас сжигается и уничтожается при помощи 8 рабочих групп. Они также взяли образцы для проведения специальных проверок на инфекции в районной ветеринарной лаборатории. Результаты будут готовы совсем скоро. Старики в ауле вспоминают, подобный случай был в мае 1979 года. Но тогда потерь из-за осадков было больше, около 10 тысяч. Природный катаклизм, повторившийся спустя 35 лет, и в этот раз оставил заметный след. Единственная надежда на местные власти, говорят чабаны. Айгуль Жамалова, Кызылординская область.